Сапки, а замена друзья. Чтобы поменять рулевую тягу, нужно снять наконечник. Что мы делаем? Теперь снимаем пыльник. Берем специальный ключ. Открутилась? Тяга изношена, разбита. Собираем в том же порядке, как разбираем. А пыльник почему на новый не меняем? Ну, они не идут с хорошим. Хороший, но ничего не ломает. Я это не затягиваем, потому что будем делать развал с хождением. Миша, а наконечник нормальный сам по себе тут? Да. Живой? Да, и тяга нормальная. Скажу, что нормально. Там может правая разбить? Может быть. Сколько времени примерно уходит, чтобы тяги поменять на левую и на правую сторону?
Минут 3. Полчаса. А сейчас что ты делал? Запрессовывал? Ставил стопор, чтобы не отключивал гайки. Сейчас мы переходим на другую сторону? Да. Все? Да. Угу. Меняем. Не стал, но... А как определить? Бывает сильно, то есть она прям болтается, да. А где ты? Прям что-то убитый. А это? С усилием. Да. Как-то так. Да я проверяла, рваный нет. Хороший пыльник. А хомут один? Да, там потом пластиком не ставится. Внутренний. Сейчас подымем. Повыше тут. Обязательно надо какой-то развал делать? Да. Обязательно. А если рулевые наконечники меняют? То же самое. Красиво.
красота.